Всем привет, дорогие друзья, мои зрители, мои подписчики. В общем, иду я опять же на рыбалку. Вот собрался, удочку взял одну. Опять же на то место иду. Так что хочу проверить, клюет, не клюет. Ну ничего, хоть душу отведу. Взял черви, подкормку и манку. Попробуем, и хлеб. Так что попробуем, на что будет клевать. А может вообще не будет клевать. Так что, дорогие друзья, рыбалка — это кайф. Вот рыбалка туча надвигается. Тучка какая-то идет, как молнии только не шандарахнула. Видно вдалеке, что дожди идут. Вон в том далеком краю. Так что устрою сейчас тикток на рыбалке. Еще трава подросла. В данный момент, как видите, после того раза, как я был до этого. Так что... смотрите, какая здесь красота. Жек здесь кто-то ловил. Рогатульки стоят под удочки. Взял одну удочку, перловку, подкормить манку. И, в общем, черви. Самое главное. Так что распутываем мы бамбуковую удочку. Развязываем. У меня удочка три колена. В общем, вот. Первое колено. Ушки квакают. Вот второе колено. Третье, точнее. И все, разматываем удочку. Люблю я ловить на бамбуковые удочки. Прикольно. Они раньше были в цене, и сейчас. Дорогие друзья, сейчас покажу вам, как правильно насаживать червя. В общем, берем червяка, некоторые за середину, но поправильнее, конечно же, я вот так сверху на крючок. Хоп. Вот так вот. Насаживаем. Сейчас вот так вам поближе. Насаживаем. Вот так вот, чтобы он наделся полностью на крючок. Вот так вот. Сейчас в данный момент насадили мы червяка. Вот так вот у нас получился в данный момент. Вот, как видите, вот. Вот. Уже у нас в данный момент насажен червяк. Вот. Полностью на крючок. Потом мы берем перловки. Я такой взял сухой перловки. И подкармливаем рыбу. Такая вот рыбалка в городе Ковылкино, Республика Мордовия. Так, и мы в данный момент закидываем удочку. Поправим червяка, чтобы у нас крючка не было видно. И закидываем как можно дальше. Закинули. Ну и ждем, когда у нас будет клевать. Не знаю, тогда не клевало. Все зависит от погодных условий. В общем, как-то так. Поплавок. Вот, как видите, я вам показываю. Его видно. Вот он, поплавок. И вот такая вот здесь красивая природа. Тут пруд, он уходит вот так, очень далеко. А здесь, наверное, не знаю, спускает, наверное, когда-то.
Я так понял, вода куда-то все равно уходит. Не стоячая. Вот маленько клюнула. Может, это мелочь, не знаю. Вот. Вот он поплавок. Что ловись, рыбка большая и маленькая. Тогда попадался ротан, мы ловили. Ну, сейчас вот проверим сегодняшний день. Все-таки рыба все равно здесь есть. Ну, посмотрим, что будет у нас на удочку. На рыбалке, дорогие друзья, самый отдых. Самый классный отдых. Природа, птички чирикают. Ну, когда клев, это вообще такой азарт начинается. Прикольно, классно. Так что, дорогие зрители, что-то ничего не клюет, буду, наверное, собираться домой. В общем, ничего я не поймал в данный момент, но зато душу отвел, отдохнул на рыбалке. Вот только на поплавке стрекоза сидит, поплавок качает, а так никакой рыбы в данный момент нет. Вот приближу. Так что вот в дальнейшем видео еще снимать про рыбалку, про все, про отдых. Так что подписывайтесь на канал, ждите новых видео, пишите комментарии, все пальцы вверх. Так что до новых встреч, всем пока, goodbye.